На канале зрители смотрят ваши видео и плейлисты, изучают информацию о вас и вашем контенте, а также обмениваются мнениями с другими пользователями. Просмотрите разделы своего канала. Может быть, вы захотите что-то добавить или обновить. The channel viewers watch your videos and playlists, learn information about you and your content, and exchange views with other users. Look at the sections of your channel. You may want to add something or update. 1. Войдите в аккаунт на компьютере. 1. Log into your account on the computer. 2. Выберите мой канал на панели слева. 2. Select the My Channel in the left pane. 3. Свой канал вы можете просматривать в трех режимах. Владелец, гости, подписчик. Выберите нужный вариант из раскрывающегося меню, чтобы вернуться в обычный режим просмотра. Нажмите ОК в верхней части экрана. 3. Your channel can be viewed in three modes, owner, guest and subscribers. Select an option from the drop-down menu. To return to normal viewing mode, click OK at the top of the screen. 4. Просмотрите разделы своего канала. 4. Review the sections on your channel. 5. Главное, это раздел, который открывается первым, по умолчанию здесь отображаются ваши недавние действия. Чтобы изменить вид этого раздела, включите функцию «Обзор». Home. This is the section that opens first. Default is displayed your recent actions. To change the appearance of this section, turn on the «Browse» button. 6. Видео. Здесь собраны ваши видео со статусом «Открытый доступ», а также общедоступные ролики, которым вы поставили отметку «Нравится». Их можно фильтровать по популярности или дате добавления. Video. Here gathered your videos with the status of open access as well as the public videos that you put a mark like. They can be filtered by popularity or date added. Плейлисты. Здесь собраны созданные вами подборки видео. Playlists. Here are collected by your video collection. Обсуждение. Если вы включите одноименную вкладку, то в левой части страницы появится поле с комментариями. Discussion. If you turn on the tab of the same name, you will see the field with the comments in the left side of the page. О канале. В этот раздел можно добавить описание длиной до 1000 символов, а еще указать страну, адрес для коммерческих запросов и ссылки на социальные сети и другие веб-сайты. On channel. In this section you can add a description to 1000 characters in length, and even specify the country to address business needs and links to social networks and other websites. Когда вы добавите ссылки, они отобразятся под описанием, и рядом с каждой из них появится значок сайта или социальной сети. До 5 таких ссылок можно добавить в виде значков на фоновое изображение канала. When you add a link, they will be displayed under the description, and next to each site a social network icon appears. Up to 5 such links can be added in the form of icons on channel art. Чтобы изменить информацию в этом разделе, наведите на нее курсор и нажмите значок. To change the information in this section, hover over the icon and press